И что это такое? Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт. Такое радостное событие. Наконец-то выпало это говно. Я уже убил 15 эндеров. 15. За это время выпал только один вонючий обосранный шар, понимаете? Один! Не, статистика ужасна. О, какое-то еще говно. Что такое? Дарк. Какая-то шляпа выпала. Все. Значит, в этом выпуске мы пойдем... Время приключений! Мы пойдем искать кое-что. Я еще ни разу это не находил. Какие монстры, а? О чем ты, Вася? Вася, ты о чем? Вася? Дайте мне поспать. Самое главное, надо выложить шар, это просто ужас. Его, наверное, сложнее найти, чем алмазы. Вы, дуры тупые, что вам здесь надо? Пошли отсюда, псы. Так, сейчас я быстренько время засеку. Это было так спонтанно, я даже уже не надеялся, что когда-либо я найду этот сраный шар. Давайте убьем. Ну, видите, у зомби у них сейчас доспехи, да, вот эти вот золотые. Они их дропают. То есть мне оружие... А, нет, оружие выпадало не у них, а свиноматок. Выпадают доспехи, вот мне выпадал шлем, штаны. Ну, это такая фигня, это забейте. Видите, золотые доспехи, они очень слабо защищают и при этом очень быстро ломаются. То есть КП, да, коэффициент полезности, равен нулю. Наконец-то я могу пойти, я уже столько раз ходил, убивал, забейте, я уже всю еду перевел 20 раз. Сейчас быстренько посадим еду и начнем делать важное дело. Будем искать то, что я никогда не видел. Как я понял, мы должны найти портал. И вообще, почему-то я вот раньше не использовал это око. Насколько я знаю, она телепортирует. Вдруг она одноразовая? Нет. Если она одноразовая, я, наверное, в окно вам сигану просто с разбега. Так, давайте покушаем быстренько. С едой дефицит. Вот еще очень много дел. Я жду, пока вы напишите. Не забывайте, что я делаю по 2 выпуска в день. Я вас жду, пока вы напишите про верхний стол. Если он реально ценный, то у нас еще будет больше дел. Так, давайте. Еда, еда, еда. Что нам покушать, а? Так, ладно. Если у нас эта фигня, нам нужно сделать апгрейд, насколько я помню. Если мы просто его возьмем, он будет телепортировать. Огненный порошок. Мы же такой цветок находили, нет? Неужели я его просрал? Так. Чего-то я не могу найти цветок. Скорее всего, я его выкинул, да? Так, здесь его нет, насколько я понимаю. Ладно. Еще варианты какие, как получить огнево. Только... А, во, палочка! У нас есть... Наконец-то везение! Первый жизнь нам повезло в чем-то. Хоть в чем-то нам повезло. Так, а это что такое? Дарк. Что-то, видимо, интересное. Ну, мы сейчас все это выкидываем. Берем с собой только глаз алмаз, оружие. Ну и хватит нам. Броньку не будем брать. Возьмем топор. Лопата где-то была у меня, лопата. Пофиг на лопату. Ну что ж, а, еды нет уже. Давайте, подождите, а если я сюда гляну? Кстати, здесь стоит печка, да. Это будет в следующем выпуске, мы будем строить печку с вами. Сейчас тогда сделаем быстренько вот что. Давайте сейчас тогда сделаем так. Нам нужна будет еда в любом случае. Ну-ка, куда он вообще полетит? По идее, как я писал описание, да, если мы кидаем, он должен куда-то лететь. Вот он, вот он. Он исчезает?
Он исчезает? Да ладно, да вы что, шутите? И сколько я должен их добыть? Миллионы, что ли? Не, реально, что вообще логики в этом никакой нету. То есть я понимаю, да, что все крутые играют Creative Mode. А, да, все, я сдох еще. Я сейчас сдох. Я понимаю, что играют Creative Mode, и у них все вещи бесконечные, но это ж круто. Но как быть мне? Сколько я должен... Если я убил столько эмберов и выпало только одно говно, сколько я должен их убить-то в итоге? Ладно, что-нибудь придумаем сейчас. Все, короче, я прочитал. И что вы думаете? Когда мы запускаем око, есть 80%, что оно вернется обратно. И такое стечение обстоятельств, что мы первый раз запустили око, и оно не вернулось. То есть мы не попали 80%. Короче говоря, мне нужно опять искать око. Ну, в любом случае, нам нужно это сделать, правильно? Мне придется потратить какое-то время, да, вы прикиньте, сколько я буду убивать эмберов. Эндеров. Или давайте будем называть его Странник, то есть у него изначально было имя Странник. Прикиньте, сколько надо будет убивать Странников. Ну, это моя головная боль. Давайте сейчас я убью пару Странников. Добуду пару ок. И мы продолжим, да? И как раз найду себе еды. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну что, я собрал еще два. Значит, я думаю, маловато, да? С одной стороны, 80%, что мы вернем обратно, но с моей, конечно, удачей это будет ни о чем. Мы пробуем. Пожалуйста, ну. О, так, видите? То есть оно летит 3 секунды. Нужно такими темпами бежать за ним. Отлично. Так, пока вернули. А если мы пройдем сами вперед и посмотрим таким образом? Окей. То есть можно так сэкономить, да, на времени. О, спасибо. Потом поставим факел, куда идти. Как я понял, он что-то ищет секретное. О, видите, да, он показывает путь, куда идти. Давай. О, спасибо, детка. Так, теперь сделаем таким образом. По логике, да, мы пройдем дальше сами, подальше пройдем, пройдем и кинем. Ага, молодец. Видите, сколько мы сэкономили пути? Отлично, давай. 8%! Опять пройдем сами. Блин, далеко же находится. Давай, давай, детка. Ну, в любом случае, мы уже проделали огромный путь. Это хорошо, это радует. Что не в самом начале он исчез. Так, давайте теперь пройдем сами сюда. Ага, видите, дальше, значит, говорит, идти надо. Давай, детка. О! А когда мы первый раз кинули, у нас сразу же пропало, прикиньте, с первого раза. Так, ладно, идем дальше, дальше. О, видите, показывает теперь туда, хорошо. Вернешь? Вернешь, молодец. Бежим. Я же говорю, нет смысла кидать постоянно, то есть нужно найти какие-то диапазоны. Окей. А, так где же находится? Надо будет потом поставить пометку, чтобы найти это место. Оно может быть, кстати, в воде. О, так, ладно. Чё-то слишком далеко, вам не кажется, нет? Так, в той вышке мы были, по-моему. Да, мы были здесь. О, как далеко. Ага, ладно. Самое главное, чтобы он просто нашел. Больше мне ничего не надо. Давай. Мы были, по-моему, в ней. Да, если там наверху ничего нет, значит были. Угу. Увидите, да? Отлично. Неужели мне везет? Наконец-то. Так, пройдем еще сюда. По-моему, над водой нельзя ставить, насколько я помню. Нельзя? Блин, зря, наверное, над водой. О, можно, ладно, будем знать. Так, с едой у нас попа. Ну пофиг, я даже готов подохнуть здесь прям, мне все равно.
Мне кажется, надо дальше, давайте переплывем. Вот оно, в поисках приключений. То есть фактически можно было с первого глаза, если вот вам повезет, да? Давай, детка, покажи, где. Ага. Блин, далеко мы уже шли от дома. Кстати, здесь могут быть секретки, обратите внимание. А есть был, нет? Отлично. Как я рад, когда она остается, не исчезает. Ладно, давайте пробежим побольше. У нас еды все меньше и меньше, но это не страшно. Ну как не страшно? Конечно, это фигово. Стоп. Это деревня? Да, мы здесь были. Во, может в деревне я смогу еды нарвать? Точно, смогу, там полно еды. Давай, детка, давай же, ну. Офигеть, далеко-то. О. Красная пыль, ха. Давайте здесь пробежимся, попробуем здесь. О, как далеко. Эй, ты, нечестно, давай, давай. Все, так, хорошо. Это нам немножко еды возьмем. По-моему, можно брать еду. Они не будут ничего мне за это делать. Во, морковку надо брать. Они сильно расстроятся? 16. Не убивайте меня только, пожалуйста. 16 морковки. Неплохо так. Ее же можно посадить, точно. Вот откуда нужно брать эти вот всякие оригинальные саженцы и так далее, чтобы садить, да? Всякие арбузы, их надо находить, таких вот. А, ты чё? А, в любом случае, мы очень далеко прошли. У нас еще одно есть. Так где же, детка? Хорошо. Кстати, по-моему, вот козлы, да? Здесь же есть козлы или здесь нету? Это другой мод. Ну ладно, забейте, короче. Вышка. Новая вышка. Там она наверху, видите, мы не украли ничего. Отлично, жива, жива. Так, ну, к той вышке мы сбегаем потом. Я запомню, где она стоит, за деревней. То есть мы смотрим вышки, где я был, где не был. Кстати, в идеале реально ставить какие-нибудь отличительные знаки, да? То же самое пирамиды и так далее. Так куда ж ты, а? Офигеть, как далеко-то находится. Мы пойдем до конца. Хорошая вышка. Просто видите, мне очень повезло, что я нашел такую биому, то есть именно пустыня. Ага. Он так резко повернул, нашему близко. Блин! А, вот, все. Хоть не исчезло, спасибо. Еды у нас полно. Ну как полно, нормально. Морковка, видите, она мало регенит еды, зато ее очень много выпадает. Пока у нас все получается даже хорошо, я скажу, да? То есть мы куда-то идем, идем. Куда же? Вау! О, да, тотем, я вижу. Помните, я вам обещал, что мы сломаем тотем? Пришло время это сделать. Капец, мы здесь находим. Еще одна секретка! Ху-ху! Но это будет все в следующем выпуске. Да. Давай, живи. А, нет, да? Эх, не нашли, не нашли. Так, самое главное, что здесь делать? Поставить пометку, да, и отсюда уже идти. Давайте поставим пометку. Маркеры. Так, давайте удалим мои смерти. Мне что-то последние дни не очень везет в Майнкрафт. Постоянно начали убивать. То есть раньше вообще не убивали, а вот последние дни. Так. And. Окей. Все, потом я сюда приду. Ну, пойдемте, ладно, сбегаем тогда в секретку, наверное. И уже в следующем выпуске мы найдем.
Хотя нет, давайте мы все сделаем в одном выпуске. Так будет честно, честно, да? И я смогу нормально назвать видео, типа поиски и так далее. Все, тогда что я сейчас делаю? Иду обратно, нахожу еще два ока и продолжаем с этого места. Так, ну все, давайте продолжим. Короче, я не бегал до дома, я прямо здесь убил эндеров. Потом собрал цветы эти вот, и из них, видите, сделал огненный порошок. Все, теперь в итоге у нас есть два шоколадных глаза. Все-таки я надеюсь, что их хватит. Мы остановились на этом месте, давайте. Опа. Так, очень далеко от дома, там уже больше 1000 километров. Тихо, тихо, тихо. Где, где, где? Все нашел, да? Короче, где-то вот в этом месте. Это очень хорошо. Мы пришли. О. Ну-ка еще раз. Блин, не успеваю смотреть. Ну-ка, типа в этом месте, что ли? Где-то вот в этих местах непонятно, куда она идет. Пробуем здесь. Если я все правильно понял, то нам нужно копать вниз, если он вниз уходит. Если я все правильно. Самое главное не упасть в вол. Да, смотрите. Что же это такое? Видите, это какая-то инородная постройка, да, вам не кажется? Ну все, мы это сделали, мы нашли что-то, не знаю что. Это, наверное, портал будет. Вот видите, да? Кстати, я давно не находил. О, а, я почти, думаю, лестницу нашел. Так это почти лестница, смотрите, как я умно нашел, а? О, да ты что? Ох ты, больновато, больновато. Это даже чем-то похоже на засаду. Так, где кто? Вот так вот мы очень быстро пришли в какой-то замок, нас убивают миллионы зомби. Сколько вас здесь? О, у них что-то выпало, да, коричневое? Какая-то жижа. Ага. Так, куда-то мы пришли. Это типа такая защита, что ли? Да что надо вам, дура тупая? Хватит меня уже. Ах ты, как больно-то. Ой, опасно, опасно. Так они еще за мной идут. Так, давайте я немножко поднимусь повыше, чтобы отхилиться. Чтобы спокойненько отхилиться. Заколебали эти сраные ящерицы, откуда они повылазили? Так, ну все, самое главное мы сделали, мы нашли эту крепость, да? Я вот теперь вспоминаю вот эту вот слизь зеленая. Да, это вот крепость, которая под землей. Я думаю, что это не единственная такая крепость, что их много, я думаю, таких. Чешуйница, тварь тупая. Сдохните, мрази уже. Куда, откуда вы лезете? Так, у нас нету факела, правильно я понимаю? Факела у нас нету. Ладно. Зато у нас есть глаз. Опять что ли? Да сколько вас, твари? У нас есть палка, и у нас уже, вижу, уголь есть. Да, это хорошо. Так, давайте мы его убьем. Он сам взорвался, блин. Опять. Да их реально, это не просто так. То есть обычно они выпадают из блока, вы видели, я снимал. Но здесь это очевидно, что это какой-то скрип. Смотрите, они прям лезут бесконечно, что ли. Ничего не понимаю. Не, я такую пещеру, конечно, ни разу не видел. Нет, ни разу. Мне это... Опять, а они везде, реально. Наверное, так задумано, что ли? Я хочу достать вот это вот чудо. Уголек, так давайте похилимся.
Так, достанем уголь и давайте сделаем факью. Ой, факел. Хватит настолько факелов. Пойдемте исследовать, что же у нас здесь есть. Скелеты, ненавижу вас. Опа-опа. Все порешал бомжа. Очень большие постройки. Посмотрите на это. Ой, матерь божья, сколько вас там. Так, самое главное, убивать этих тварей надо. Да, наверное, здесь респауны стоят, точно. Да, понятно. Поэтому их и много. Я уж только много набрал. Офигеть, нереально, это интересно, то есть офигенная тема. Вот это крепости. Вот сделали бы в Майнкрафте больше крепостей таких, чтобы ты ходил, изучал. О, ёлки-палки. Очень много криперов. Это железная решетка. Типа, я не пойму, что они стоят. Ну так чё? Не хотят взрываться, ладно. О, да, помню, помню. Прикольно. Можно даже грибочки собрать, мы в любом случае когда-нибудь будем алхимиком. У нас нету уже места, да? О, лук, это не мой лук, это лук скелета, поэтому мы его выкинем, отлично. Отлично, прикольно, прикольно. Ага, то есть сюда смысла не было, как я понимаю. Здесь были обычные криперы. Ладно, пойдемте посмотрим, что у нас дальше. Собственно говоря, где у нас находится... Где у нас находится портал, если он вообще есть? По идее, должен быть портал, я понимаю. Вау, три двери, да? Это мне нравится тоже. Самое главное, это убить летучую мышь. Самое страшное в этой игре. Ну, пойдем сначала в открытые двери, это логично, да, что если они открыты, значит здесь уже все вышли, они реально все вышли. А вот здесь кто-то есть. А, он скоро оружие сломается. Да ладно, нормально. Кстати, мы очень далеко от дома, я уже говорил. Очень далеко. Офигеть, это уже лабиринт какой-то. Как я обратно-то вернусь? Тварь, а? Рот твой, рот, рот. Ага, ладно, допустим. Да вы чё, шутите реально? Ну сколько же еще здесь? Не, это, конечно, хорошо, я люблю такие большие туннели. Она не открывается. Странно. Да ладно, кнопку даже сделали. Сначала мы пойдем сюда, посмотрим, что там здесь есть. А здесь вообще интересно, есть сундуки какие-нибудь, секретки такие вот. Здесь мы уже везде были, правильно я понимаю? Да. Здесь мы не были. А если будет динамит, то вообще будет такая жопа. Так, у нас сейчас темно. Ой, как темно будет. О, летающий факел. По идее, мы можем просто отсюда факел забрать. И еще где-нибудь его стырить, и все, и проблем не будет. Не, по-моему, это не я ставил факелы, по-моему. Не все. Ауч. Ауч. Нормально, нормально. Это было не больно. Опять эти твари пришли. Не смогу отсюда вылезти? Да, самое главное, чтобы мы могли вылезти. Фу, как же здесь все запутано-то, а? Не думал, что такие большие постройки здесь будут.
Огромная постройка. Здесь я был? Нет, это другая кнопка. Другая. Был. Так это она и есть, да? Так, сейчас посмотрим тогда. Хм. И куда идти? Здесь мы все смотрели, получается. Здесь я везде был. Да, здесь я абсолютно везде был. Нет, здесь я не был, получается. Я здесь не был, да. Как я мог пройти мимо золота, да. А вот это, наверное, то, что мы ищем. Так, интересно, зачем мне сделали проход такой? А, это пол, ёлки-палки. А в чем логика? Стоп, а там что тогда? Ничего не понимаю. Бред какой-то. Так, ладно. Ага, там мы... Тваря, рот наоборот. Здесь ничего нету. Заберем факел. А, выпустите меня, выпустите. Так, ну что ж, да. Просто огромная территория, которой очень легко запутаться. Собственно говоря, так это разные еще, офигеть, да? Это типа гробница? Офигеть, да сколько здесь проходов-то? Оу! Я здесь был? Честно говоря, я уже не знаю, где я был, где я не был. Эти проходы все одинаковые, смотрите. А это что такое? Здесь, по-моему, я не был. Здесь я не был точно, да. Давай, мразь, сдохни, ненавижу. А! Так он не хочет подыхать. Тогда придется ливать. А если мы кинем этот глаз? Он говорит, что надо туда идти, вверх. Мне кажется, по идее, он указывает прямо туда, куда надо идти, да? Это просто так стоит, или это можно ломать? Кстати, у нас не осталось этой фигни. Это просто так стоит. Ладно, он сказал вверх. Значит, нужно искать вариант, где можно подняться вверх. Убивают, блин! Так, ладно. Так. Блин, ну куда идти-то, ёлки-палки? Жалко, что здесь нельзя факел взять и нести. Здесь, по-моему, можно лампы делать, скорее всего, или шахтерские каски. Тут мы были. Нам нужно как-нибудь подняться вверх. Странно, почему он взрывается? Я же свой вроде. Ха. Да вы чё, господи, куда? Ага. Вот мы вернемся так наверх. Там есть железо, но я не буду его выкапывать. Так мы вернемся. Мы здесь были наверху, я понимаю, да. Кстати, вот это вот око, оно не вернулось. Блин.
Он не открывается. Эй, откройте. О, еще одна кирка есть. Вот это я молодец, это я подготовился. Ага. Не, реально молодцы, да. Лабиринт придумали просто шикарнейший. Там я, наверное, был. Я отсюда пришел только что, голову. Как так, так? Не, лабиринт, конечно, офигенный. Тем более, когда ты туда ходишь, да и все одно и то же, монотонное. То есть ты начинаешь, не понимаешь, где ты был, где ты не был. Лесенка, это хорошо. Так, у нас что здесь? Нашел, что-то нашел, нашел, нашел. Ла-ла-ла-лай-лай. Это респаун. Респаун, ты таки думал. Помните, я говорю, что их очень много, да? Теперь понятно почему. Как жалко, что нужно убивать респаун. Вообще так жалко. Так что его нельзя переносить. Эх. И что это такое? Это нужно сюда все глаза вставить? Да ладно. Так, что у нас дальше здесь есть? О, блин, мне так подлагивает знатно. ППС падает. Так, это что-то интересное. Подождите, мы здесь не были. Это что-то... Чё-то мне это не нравится. Чё-то не нравится. Чё-то... Здесь как-то очень странно. Так, подождите секунду. Не, мне это вообще очень интересно. Такое я обожаю, реально. Просто превосходная тема. Я надеюсь, здесь нету динамита. Нам идти 1000 километров. Один железный слиток. А, нафиг мне нужен. Так, здесь какое-то говно лежало, ладно. Здесь мы уже были, нам бы еще уголь найти. И вот еще есть по бокам двери, там какой-то респаун. Там какой-то страшный респаун. Я забыл глянуть. Я в любом случае бы не успел убежать. Библиотека, вау, да. А, замедляет. Тихо, 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 не шуми, братюня. Не шуми, бразер. Это дерьмо можно сломать? Оно не ломается? Ну нифига себе. О! Я буду знать. Это паутина, кстати. У нее есть огромный плюс. Знаете, в чем? Что оно замедляет. То есть можешь что-нибудь придумать, типа ловушки и так далее. Это обычная паутина? Стоп, а как ее ставить? А я еще раньше не ставил ее-то. Ладно, забейте, да? Странно. Так, тварь, ты мне не нравишься. Что здесь библиотека? Что так все летает? Что за бред? Наркоманы? Кстати, библиотеки нам тоже нужны все. Баба у меня вода. Ох ты! Я застрял. Тихо, тихо, не подыхай. Фух. Меня паутина засосала.
Так, хватит меня уже замедлять. Видите, он стреляет лава, это очень больно. Его можно убить легко, например, с помощью воды. Мы уже убивали его. Пошла в жопу, тварь. Это нам нужно будет. А, ее нельзя взять. Ладно. Так, оружия у нас больше нет. Так, какой-то звук слышу. Это уже интересно. Это уже ценный приз. То есть тоже зачарование. Агилити, зачарование, зачарование. Обычная книга, бумага. Потом я хочу взять еще вот эту вот книжку. Потом сделаем. Нужно будет там сделать 4 книжи шкафа. На! Так. О, как у мата. Прям книги одни валяются, смотрите. Оп-оп, сколько много лута! Так, куда я дальше иду? Никуда? Блин, нам нечем больше убивать. Так. Портал есть. Ну, портал, там, наверное, будет активировать его как-нибудь. А это зачем? Что-то какая-то странная логика вообще. Это типа стул? В небе стул такой? Вау. Нужно будет взять угля. Уголь здесь очень сильно нужен. Ну все, давайте уже тогда уже подводить итог. Распрощаемся. А уже в следующей серии что мы сделаем? Ну продолжим изучение этой гробницы, да, или что это такое. Также я посмотрю, как активировать портал. Если там нужно будет собирать глаза Эндера, это будет, конечно, очень геморройно. Я здесь был, да? Да, да. Блин, надо было закрыть лаву. Я замучаюсь его убивать опять. Очень интересная постройка, реально приключение. Нам еще надо будет вниз идти и вот сюда вот. Все, всем спасибо за просмотр. Комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Взрывоустойчивость, хорошая вещь, конечно. Офигеть. Что такое клад 2? Ну ладно. Всем пока.